Команда Дмитрия Александровича понимала, что для продвижения технологий в широкие массы нужно не просто спроектировать электродвигатель, а сделать конечный продукт, в котором будет использоваться электродвигатель с совмещенными обмотками. Было сделано огромное количество опытных образцов, но особые успехи были достигнуты в области электротранспорта, о чем я сейчас более подробно расскажу. Для начала предлагаю поговорить о таком знаменитом электродвигателе, как мотор-колесо Дуйнова. Почему оно приобрело такую широкую популярность? Во-первых, стоит отметить, что это первое в мире асинхронное мотор-колесо. Кто-то может сказать, в Китае делают такие же двигатели, но на самом деле это совершенно иной двигатель с точки зрения технологий и с точки зрения конструкции. То, что сегодня делают в Китае, это так называемые BLDC электродвигатели, которые содержат в себе постоянные магниты. Постоянные магниты, в свою очередь, содержат в себе редкоземельные металлы, которые являются полезными ископаемыми и добываются преимущественно в Китае. Китай, являясь монополистом на рынке этого сырья, мало того, что повышает цену год за годом, он запретил вывоз этого сырья из своей страны, и вам для того, чтобы, допустим, получить мотор-колесо BLDC типа, необходимо либо построить завод на территории Китая, либо купить уже готовый электродвигатель, произведенный в Китае. Ни о каком отечественном производстве речи здесь уже идти не может. Более того, мы получаем большую зависимость от Китая целых отраслей экономики, ведь это сырье используется далеко не только в данном типе двигателя. Но даже несмотря на все это, Китай уже сегодня не может удовлетворить весь тот спрос на подобные электродвигатели, ведь спрос на электродвигатели в принципе серьезно растет вместе со спросом на электротранспорт. Давайте теперь перейдем к мотор-колесу Дуйнова. Во-первых, мотор-колесо Дуйнова представляет собой именно асинхронный электродвигатель, поэтому в нем нет никаких дорогих компонентов. Основные компоненты — это медь и электротехническая сталь, которую можно купить в большом количестве стран, и это достаточно дешевое сырье. Но дешево не всегда лучше, ведь нам также важно качество и мощность такого мотора. И здесь мотор-колесо Дуйнова также обгоняет все имеющиеся аналоги. Во-первых, оно гораздо надежнее того, что сегодня делают в Китае, ведь асинхронные электродвигатели, они в принципе самые надежные в мире, и мотор-колесо здесь не исключение. Когда же мы будем говорить про мощность, здесь стоит сказать о том, что мотор-колесо китайского производства и мотор-колесо Дуйнова серьезно различаются. Если мы возьмем одинаковый вес и габариты мотор-колес, поставив их рядом, они будут выглядеть совершенно одинаково, но при этом мотор-колесо китайского производства будет иметь мощность 2-3 кВт, не больше. При этом мотор-колесо Дуйнова в пике имеет мощность до 20 кВт. И я сейчас говорю только про мотор-колесо для электровелосипеда. В действительности же мотор-колес есть сегодня целая линейка. Во-первых, это несколько мотор-колес для электровелосипедов разной мощности. Также имеется мотор-колесо для электроскутера мощностью 27 кВт и мотор-колеса для электроавтомобиля мощностью 18 кВт на каждое колесо. Это, кстати, очень популярный вопрос, а возможно ли использовать разработку Дуйнова для четырехколесного транспорта, и ответ, конечно же, да. Это очень серьезно расширяет возможности применения данного электродвигателя, потому что она очень эффективна как для электроавтомобилей, так и для электробайков и электровелосипедов. Именно по этим причинам такое большое количество компаний уже обратило свое внимание на разработку Дмитрия Александровича, и это всего лишь один из тех тысяч двигателей, которые способна разработать команда Дмитрия Дуйнова. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре SOVILMASH, проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.